Все замечательно. Да, нормально. Нормально? Нормально. А то у меня волосы рассыпаются иногда. Степан Степанович, перед началом представьтесь, пожалуйста, на камеру, назовите свою фамилию, имя, отчество. Сулакшин Степан Степанович. Расскажите, пожалуйста, о предвоенных годах. Были ли у вас ощущения надвигающейся войны? Вот немножко помедленнее вы говорите. Расскажите о предвоенных годах. Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Ну, конечно. Ну, как ощущение? Думали все время о том, что может быть война. Но нас убеждали, что это не страшно, что немец не посмеет. Угу. Ну, в общем, уговаривали. Ну, и так мы... А из чего складывались эти ощущения войны надвигающейся? Из чего складывались ощущения войны? Частные разговоры, СМИ, политзанятия? Из чего, ну, откуда такая информация пошла? Бытовые, так сказать, жизненные трудности появились, продукты исчезали. Значит, уже сложности с едой были. Конечно, были неудобства определенные. И трудности. Что вы думали о войне в Испании, столкновении с Японией на Холкинголе в начале Второй мировой войны в Европе? Ну, как только сетовали на то, что война так разрослась в большие территории. Но, повторяю, в общем-то, наши идеологические воспитание сомнений особых не вызывало у нас. Ну, а вроде бы была в Испании война, в которой мы практически участвовали и вооружением, и материальной помощью. Вроде бы это, так сказать, социализм строить надо, и помогали. Но нас это не очень волновало, потому что это было далеко, и как-то так не очень афишировалось. Расскажите, что вы думали о действиях советского правительства на международной арене и внутри страны накануне войны? Что вы думали о действиях нашего правительства накануне войны? О правительстве? Да. Их действия. Как они готовились, может быть, как-то? Что вы думали? Ну, как-то это сразу проявилось, как готовились. Не готовились к войне. Она, или так, в перспективе, в планах было, но для встречи немцев у границы наших войск практически не было. И они в три, так сказать, эшелона располагались. А немец, наоборот, концентрировал немцы. И вот это нас удивляло. Немец собирает войска вдоль нашей границы. Он же тогда в Польшу оккупировал Польшу, по крайней мере, и другими средствами, и уверял Сталина, что, простите, ну да, что это у них, они переформируют войска против англичан, против возможных, так сказать, вышедок и организации Второго фронта, в общем, мозги пудрил. И нам это было, конечно, удивительно и странным казалось. Но, тем не менее, мы всего еще поначалу-то не знали. А потом, когда немцы нарушили
наш рубеж и отправили без всякого сопротивления танки вглубь обороны нашей. Вот сейчас перейдем к этому вопросу. Расскажите о начале войны. Как вы узнали о начале войны? Да узнал я довольно сложно. И долго я не знал о состоянии на фронте. Фронта. Я кончил к этому времени третий курс, перешел на четвертый геологоразведочного института московского. И проходил практику, или поехал в июне месяце на практику на Дальний Восток, вот далеко, неделю примерно, наверное, туда ехал. И 22 июня пришел поезд, ну так меня распределили там, Комсомольский край, на Амуре, приехал из Хабаровска в Комсомольск. И утром вышел, когда на станцию, что-то какая-то была напряженная атмосфера, кучками пассажиры тут что-то собирались, сперва не было понятно, потому что радио в этом поезде не было, и пока мы ехали из Хабаровска в Красноярск, в Комсомольск, значит, никакой информации мы не получали. А вот только когда я вышел из вагона, услышал слово «война». Но война, может быть, просто обсуждали кто-то там громко, или война действительно. Потом я прислушался, выступал как раз Молотов с докладом. И он, так сказать, прямо впрямую уже сказал, что вероломные нападения, нашу границу перешли немецкие войска, и смерть фашизму и в таком духе. Какова была ваша реакция? Ну как? Реакция ваших близких? Ну как, конечно, сердце, как говорят, сжималось. Война – это страшное же дело. В принципе, мы представляли, но не в таких масштабах, думали. Переживал, естественно, и главное, очень волновался, как мне быть. Я приехал на практику, тут уже партия была в поле, как мы говорим, геологи, точнее, в тайге, и меня ждали. Было им известно, что я приеду на практику, они меня зачислили в партию геологом младшим, что ли, я уж сейчас не помню. Ну и вот я в растерянности поначалу был. Ехать ли мне догонять эту партию где-то в тайге, или вернуться в Москву и идти защищать родину, но это не игра слов, это было совершенно серьезно. Но потом там, значит, определенную организацию зашел, мне должны были оставить маршрут, как продвигаться дальше к партии геологической. И, конечно, я там вот со взрослыми людьми, пожилыми, вот задал вопрос, что мне делать-то сейчас. Ну, там дружно, в общем, проголосовали, ну, так, условно, за то, чтобы я шел, догонял партию. Угу. Они же планировали на определенный объем работ меня, если подоставить, иначе это ляжет на плечи
других труд этот, там местность такая гористая, залесенная, очень сложно заниматься съемкой геологической. Ну и я, значит, очень принял решение идти искать партию. Хорошо. А что вы думали тогда о причинах войны? О причинах? Да, вы говорили, что слышали речь Молотова. Что вы думали о причинах войны? Ну, это, естественно, потому что начал войну Гитлер, все я мог думать. Вероломное нападение Гитлера, я только был удивлен, что так беспощадно оголена граница. Вот, и только. А причина – это агрессия Гитлера. Слышали вы ли речь Сталина 3 июля 1941 года? Что-что? Слышали ли вы речь Сталина 3 июля 1941 года? Нет, я уже пошел в тайге был. Мне негде было узнать. Не слушал не потому, что не хотел, а потому что не было возможности. А вот речь Молотова вы слышали? Какое впечатление она произвела на вас тогда? Как? Речь Молотова вы слышали? Речь Молотова, какое, да, она впечатление на вас произвела? Какие у вас были чувства? Ну, удручающие, конечно, и ободряющие, так она была построена. Мы победим, мы выиграем войну, мы отбросим немцев. Но нас так воспитывали всю дорогу. Расскажите о том, когда и как вы были признаны в действующую армию? Что когда? Расскажите о том, когда и как вы были признаны в действующую армию? А, ну как, я ушел в тайгу и 3 или 4 месяца, до октября месяца, мы вообще не знали ничего о войне. Никакой информации не было. И только в начале октября где-то, или в конце сентября, там была еще одна экспедиция. Им газеты сбрасывали. И вот мы с ними встретились вначале. Мы поднимались вверх по реке. А они в этом районе там бултыхались, извините за выражение, беспомощные. Но это другой разговор. И у них много было. А и при возвращении, эвакуации, где-то перед нашей базой, они по притоку подплыли как раз, где у нас стоял лагерь. И там, значит, у них газет много, а пищи не было. Они голодали практически. Ну вот там мы набросились на газеты, и на нас вот все обрушилось. Тяжелое положение под Москвой. Я еще пуще, прежде убедился в том, что мне надо возвращаться. Тут уже я не колебался в Москву и идти на защиту Родины, Москвы. И таким образом мы спустились по реке Хунгари. Она была базой, которую мы прошли ногами с геологической съемкой. Вот бассейн реки Хунгари. Ну и мы уже ликвидировали, так сказать, наши базы и добирались до дороги, где ходит транспорт. По реке же у нас были 2 лодки. Одну начальник отдал
проводникам, одну оставил для того, чтобы сплавить шоссейные дороги по Хунгаре, значит, ну, наше имущество, и каменное набранное для геологических, построения геологических карты, ну и все бытовое, которое мы там имели. Хорошо, расскажите, в каких сражениях и операциях вам сложно понимать. Так что вот простите, я начинал-то издалека. В армию, значит, я еще пока не мог вступить, ну, потому что был в движении. Потом мы приехали в Хабаровск. Значит, я начал беспокоиться о возвращении в Москву. А управление, начальник, главный геолог, уговаривал меня не возвращаться в Москву, а остаться в Хабаровске. И, так сказать, вот, заниматься разведкой. У нас там были обнаружены полезные ископаемые, в частности магнетит, железо, и еще что-то мы там обнаружили, заняться разведкой. И причем они гарантировали мне освобождение от призыва, как сырьевую базу уже надо иметь, соответственно, и тем более при войне, военных действиях. Но у меня было единственное желание вернуться в Москву, что было очень трудно сделать, потому что не продавали. Билетов не было. Московский поезд останавливается, а билетов нет. И я, значит, чуть не полмесяца, или три недели ходил каждый день на вокзал, становился в очередь, или был первым в очереди. Открывалась касса, и кассир, значит, объявляла, что билетов нету. И я уже потерял, так сказать, надежду уехать или зайцем ехать мне в поезд. Поезд ходит, Москва, Хабаровск, а билетов не продают. Но оказалось, что просто там спекуляцией занимались железнодорожники. Подходил к толпе у кассы, которые ждал очереди билета, подходит в железнодорожной форме человек, служащий, сует через голову кипу денег и практически все билеты скупает. Потом, видимо, за мзду их распространяет сам, что ли. Черт, ну очень какая-то там была, какой-то непорядок, я поднял там шум, вроде скандальщика, милиционер пришел, пришлось с ним побороться, еще один пришел, а я залито 3 месяца, 4, вплавь мы поднимались по реке и шестом тренировали мускулы свои, поэтому мне было легко с ними справиться. Ну и пришла, а были уже военные коменданты на станциях. Пришел военный комендант с 2 солдатами. Вот против них я уже не стал возражать, то бишь не сопротивлялся. С милиционерами я расправился запросто. Меня, значит, комендант этот забрал
к себе, в комендатуру. Я ему рассказал все, как на духу, что я вот хочу в Москву, и вот я окончил 3 курса и все там огородил. А билеты, вот говорю, не могу, 2 недели уже не могу купить билет в Москву. Ну вот он мне сказал, значит, обнадежил меня, сказал, завтра я буду дежурить у кассы, приходи, я тебе, и купишь билет. И так получилось, я уже в это не верил практически, но тем не менее, спорить с ним не стал, раз обещает, значит, должен сделать. Пришел на следующий день, и действительно, пришел рано, стоял первый у кассы, и как только она раскрылась, я туда в окошко, значит, просунул голову, а он говорит, а Яка пришел, ну, продай ему билет. Дал команду кассиру, значит, билеты были, а так бы я, наверное, так и не купил. Ну вот, купил билет, но не до Москвы продавали билет, а до Кирова. Я решил, конечно, ехать, все-таки это уже ближе к Москве, чем от Хабаровска, и уехал. Недели 2 или 3 я ехал до Кирова. В Кирове выяснил, что поезд подъет и в Москву, а билеты не продавали, просто не продавали. Там до призывников, значит, и прочих военного стратегического значения людям продавали, а вот простому студенту не продавали. А я вот в Новосибирске встретил я, вернее, к нам подсели в поезд 2 раненых, вылечившихся в Новосибирском госпитале. Мы с ними подружили, и они меня уговорили ехать без билета, а у них билеты были до Подмосковья, один из Змеиногорска, ну, из подмосковных городков 2. Мы с тобой, они мне, когда приходил контролер, они один отдавал мне билет, я показывал, а тот, значит, там к этим допризывникам как-то, значит, в этот табор записывался, и очень благополучно доехали мы до Москвы. И вот только в конце ноября, вот даже в день рождения в поезде встречал, да. В конце ноября я приехал в Москву и, естественно, сразу же с вокзала и в общежитие, и в институт выяснить обстановку. Ну, я хотел, да, а институт в этот день или накануне эвакуировался геологоразведочный, которым я учился. Эвакуировался в Семибалатинск. И меня там временно назначенный директор. Директор сбежал в этой панической атмосфере и исполнял обязанности заведующей кафедры, обязанности ректора. Вот он меня уговаривал ехать, а там грузил, 2 машины грузили продукцией. Продуктами, которые должны были довести до эшелона на машинах. Вот он мне предлагал на машинах уехать и продолжать учиться. Но я не дал согласия, остался в Москве, я говорю, не затем я возвращался с таким трудом. А потом нашел своих уже
в ополчении студентов, начал искать каналы, как мне попасть именно туда, где ополченцы, наши студенты, ну, к своим вроде родным людям. Ну и в конце концов нашел возможность, значит, хотя мне была выдана отсрочка в институте, была отсрочка от призыва, тем не менее, вот я через райком комсомола, значит, попросил помочь мне устроиться вот в войска ополчения московского ополчения. Ну и так вот, меня действительно туда рекомендовали, зачислили в минроту, минометную роту, и через неделю нас погрузили в эшелон и на передний край Подмосковья. Вот так я, не через военкомат, потому что там могли куда угодно назначить, а мне именно хотелось со своими сверстниками идти на защиту Родины. Ну и потом фронт. Расскажите, в каких сражениях, операциях вам пришлось принимать участие? Обороняли город, село, освобождали город, село? Принять участие? Ну, наша дивизия, это уже после второго моего тяжелого ранения, нет, первого ранения, я был в госпитале, потом после госпиталя маршевая рота, и из маршевой роты, у меня сложная судьба была, из маршевой роты, ну, где комплектовались группы вернувшихся в госпитале или там по другим причинам, формировались отряды и отправляли их действующие войска. Ну, в данном случае и меня туда же отправили. А на третий день буквально приехал комиссар из курсов, курсы младших лейтенантов, набор делал. Ну, беседовал он с этими солдатами, которые были, значит, в этом подразделении, и агитировал, значит, записаться и ехать вот на эти курсы младших лейтенантов. А я не хотел ехать почему-то на курсы, уже воевать, так воевать, что там, курсы. И меня вытолкнули в этот круг. Солдаты, но не знали, что я институт почти кончил на четвертом курсе института. Подняли меня, а я спал, обеденный перерыв был. И я поднялся, значит, меня втолкнули буквально в этот кружок. Ну и подполковнику говорят, вот его запишите. Он так на меня подозрительно посмотрел, я не бритый, там, в соломе весь. Поднялся. А какое у вас образование? Я говорю, 3 курса института закончил, на 4-й перешел. А чего же, он даже гаркнул, чего же вы тут затаились-то? И как фамилия, значит, записал и отправил на курсы наших лейтенантов при 20-й армии. Ну, раз попал на курсы, надо учиться. А минометчиков готовила эта школа или эти курсы.
закончил я это обучение минометчика. Нас там отобрали группу, человек 15, и меня в том числе, доучить на должность начальника штаба батальона, или адъютант старший, он назывался, по расписанию. И еще да, там 2 или 3 недели проучился. Но тут мне никакого документа, в общем, не дали, что я вот закончил, прошел эти курсы. Или, может, где-то записали, я не помню. А получил я удостоверение младшего лейтенанта с отличными оценками. И меня, значит, отправили по назначению в дивизию. Кстати сказать, дивизия 312-я, которая формировалась здесь, в Алтайском крае, и она уже была в бою, уже имела большие потери. Ну, я туда, значит, доехал на поезде пригородно. И пришел в этот штаб дивизии. Вот тут меня назначили начальником штаба батальона. Зачислили. Ну, я вечером пришел, переспал ночь на куче кустов. И потом вот с этого дня начал служить в 312-й стрелковой дивизии. И прослужил я в ней больше 2 лет. Вот так. Угу. А расскажите, в каких сражениях операции вам пришлось принимать участие? В каких сражениях, операциях вам пришлось принимать участие? Ну, да, во многих мелких стычках, когда мы уже давили на немцев, выбивали их, поднимали. Можете назвать, обороняли какой-то город, освобождали город? Да, Сирию, конечно, мы шли на Смоленском направлении с боями. И там потом освобождали Смоленск. Выбили из Смоленска подразделения немецкие и освободили Смоленск. За что ее назвали Смоленской дивизией, но это официально впоследствии. А командир дивизии, он кончал здесь курсы орудийные курсы, как назвать, я уже не помню. Хорошо, вспомните один или несколько наиболее ярких боевых эпизодов с вашим участием. Ну, яркий, вот, во время наступления на Смоленск мы шли вдоль шоссе. Шоссе – это дорога, прямая дорога к Смоленску. Подошли, но еще надо было пройти, и оборона еще была. Немец устроил, значит, опорный пункт на этой шоссейной дороге и нас остановил, нашу дивизию или полк, кто там шел по этому шоссе, остановил и с боем, как не бились, выбить не могли.
И тогда вот приняли решение послать в тыл. И послали наш батальон первый, в котором я служил. Ну так, цепочки растянулись. Идти надо тайгой, а места заболоченные. Очень трудно, сложно. И развернуть фронтом нельзя солдат. Ну, пока шли тихо, смирно, зашли на какую-то глубину, и там пересекли передовые отряды, пересекли взводы, поперечную просеку. И тогда начал подняться стрельба, немцы себя обнаружили, сами, у них тоже боевое охранение было. Началась перестрелка, а наш батальон так, в неравных частях отрезали, прошли через эту просеку, а мы, часть осталась. Ну и так случилось, что командир батальона что-то струсил. Панику тут устроил, что вот надо круговую оборону, надо отходить, что-то там такое говорил. Но не сопротивляться, а тем более не наступать. Немцев. А с нами был еще из политотдела дивизии майор. Ну, он был политчасти, так сказать, прикомандирован на этот прорыв. Ну, вот он тоже как-то активнее начал помогать мне, я взял на себя инициативу, собрал, значит, нужные, подобрал солдат, то есть сгруппировал соответствующим образом и поднял в атаку вместе с солдатами, а командир батальон, значит, сидел там, окружил себя защитой и так и не участвовал практически. И он там это все наблюдал, этот майор. Ну и потом мы все-таки выбили немцев, зашли с тыла. Он не ожидал, очевидно, такого удара тылового. Присоединилась и вторая часть, перешедшие эту просеку, присоединилась, гаркнули, ура! И немец, ну, он, наверное, уже был на взводе, так сказать, отступление. Отступил. Мы заняли этот пункт обороны, опоры. И уже вышли по дороге, по шоссе, вышли к своим, и наши приблизились, ну, в общем, соединились. Ну и вот за этот там подвиг, не знаю, но, в общем, за мои свои действия я был награжден орденом Красной Звезды. Это первый орден, который я получил. А вспомните, какая минута, день событий были самыми трудными, тяжелыми, опасными? Ну, вот это не трудные разве события. Да. Пройти по болоту. Конечно. По этой тонкой струйкой, так сказать, растянуть свой батальон, но это
вынужден, потому что фронтом идти никак нельзя. Вот только перед шоссейной дорогой, где насыпь дорожная, вот там можно было развернуться. Ну вот так удачно мы развернулись, мне удалось развернуть фронтом вперед. И, конечно, было и трудно, и страшно, но тем не менее вот закончилось. Хорошо. Какое событие запомнилось как радостное? Какой-то позитив был? Может быть, отдыхали когда? Да ведь отдыхали-то мы как-то всего один раз. Нас сняли с переднего края, как мы называли, оттянули там небольшое количество километров в тыл на пополнение и вроде на отдых. Но мне он оказался не радостен, потому что у меня к тому моменту развился фурункул вот на этой ноге, а у меня в детстве фурункулез страдал. Фурункул, и я практически 10 дней пролежал в санроте. Ну, может быть, победу одержали где-нибудь там в сражении? А то, что вы одержали победу в сражении каком-нибудь, не приносило вот такое, как событие, как ощущение радости? Ну, каждая победа, конечно, дорогая была. Где-то на марше мы шли, нас перебрасывали на другой фронт, отдыхали, ну, даже танцевали под гармошку. Хорошо, мы знаем, что советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм. Что для фронтовиков было источником мужества? У кого? Что для фронтовиков было источником мужества? Мы знаем, что ну, на фронте... Родина, Господи, совершенно естественно, все думали о родине своей, за родину. И так и вышли за родину, чаще кричали не за Сталина, а за родину. Угу. Можете ли вы рассказать о подвиге, которому были свидетелем? О чем? О подвиге, которому стали свидетелем. О подвиге? Можете рассказать? Да. Можете ли рассказать о подвиге, которому стали свидетелем? Ну вот, не знаю, вот этот бой в тылу. Хорошо. Не только свидетелем, но и участником, по крайней мере. Хорошо. Имеете ли вы награды, какие за какие заслуги? Ну вот... Орден Красного, Красной Звезды. Так, я уже кусаться начал. Вот это. Да? Вот это, да. Эта награда вам наиболее дорога? Эта награда вам наиболее дорогая из всех? Какая-то есть награда, которая вам дорога больше остальных? Сейчас есть орден Александра Невского. Но это общественность московская. Может представить и наградить. Ну вот мне в 90-летие сын привез орден Александра Невского. И эта награда у вас более дорогая, да? Более ценная. Да? Это... А остальных наградах тоже расскажите, она пожалуйста. Она большая, усыпанная алмазными зернами. Я ее даже не надеваю, боюсь, отнимут. Понятно. А остальных наградах тоже расскажите, пожалуйста. Об остальных наградах тоже расскажите, пожалуйста. Ну, это как участника войны
Орден Отечественной войны. Орден Отечественной войны. Но это, правда, выдали уже на юбилее какого-то года победы. Ну, все равно, так сказать, фиксировался. Ну, есть знаки за заслуги перед Отечеством. Вот. Академия наук такими знаками награждала. С учетом и военных заслуг, и трудовых. Ну, что еще? Ну, все, свою очередь. Тут есть и трудовые. Хорошо, вернемся к нашим вопросам. А с какими чувствами вы шли на войну, с какими возвращались? Как? С какими чувствами вы шли на войну, с какими возвращались? Может быть, сомнения какие-то у вас были? Нет, сомнений у меня нет. С какими чувствами вы шли на войну и с какими возвращались? Возвращался тогда уже, это после второго тяжелого ранения в 44-м году. Меня демобилизовали на полгода. В госпитале лежал, 12 осколков из меня вытащили. И главное, мы наступали. Наступали, а это было, конечно, признаком успешного окончания войны. И это радовало. Хорошо. Как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии пришлось отступать? Были ли сомнения в победе? Нет, не думалось. Битва за Москву. Что вы знали осенью 1941 года о положении под Москвой? Осенью? 41 года о положении под Москвой. Так ничего, потому что я был на Дальнем. То есть информации такой не было? Да. Как вы воспринимали то, что враг подошел вплотную к столице нашей Родины? Ну как, с горечью. С горечью и с надеждой. На то, что у нас же, я в ополчении поначалу-то служил, в московском, был 5-й полк или дивизия, я сейчас точно не помню, московское ополчение. Потом его переименовали в 158-й дивизию. Хорошо, расскажите о своих... Составе, который я, значит, имел участки определенные, как сейчас помню, у Никитских ворот на втором этаже, там аптека, значит, вот, мне было указано явиться, я на полулагерном таком, в этом случае, положении был. И тут я должен с винтовкой противотанкового ружья из окна встречать немцев. Я по тревоге или оставался ночевать в этом пункте. Но... Это было под Москвой. И был готов, так сказать, встречать и биться с танками, как это положено на боевом посту. А расскажите о своих командирах. Кто из них больше всего запомнился? Чем? А каких командиров? Их много у нас. Ну, какие вам запомнились больше всего? Расскажите, пожалуйста. А полководцев? Запомнился мне командир полка, причем недобрыми делами.
недобрыми делами. Вот обсуждались эти вопросы и в печати, и в литературе. Жуков проливал кровь солдатскую. Ну, война есть война, куда денешься. Ну вот, а наш командир полка проливал не только кровь, а терял прямо воинские подразделения. В частности, минометная рота у нас, батальону приписанная, минометная рота, батальонные минометы была. А тут надо пояснить, минометы стреляют навесным огнем. Значит, эта труба устанавливается на наклонно в сторону противника под нужным углом. И через ствол трубу забрасывается мина со стабилизатором и бойком с этой стороны дула. И вот эту мину устанавливает эту трубу под таким углом, чтобы она, мина эта упала. Ну вот где-то. Угу. Посидите, да. Хорошо. А вы и ваши. Так вот, я и на вопрос еще не ответил. Так вот, этот миномет, их 9 штук, миномет 3 взвода, по 3 миномета, 9 штук. И они устанавливаются всегда на обратной стороне любой возвышенности от противника, за естественным заграждением, на склоне или в подножье. И вот так случилось, мы наступление на Смоленск, случилось так, что мы вышли к переднему краю немцев, и, кстати, никаких ни справа, ни слева, никаких подразделений не было. И тут же распределилось, на высоком берегу расположилось, командный пункт расположился, наблюдательный пункт. И слева, в сторонке, на обратной стороне ската возвышенности, остановились минометчики. Они поставили минометы на лыжи, на салазки, укрепили и так их тащили все время волоком. И так они 9 минометов стояли. И появился командир нашего полка к этому времени. Ну, все спали, буквально спали, и солдаты, которые ушли на передний край, и тут вот тыловики все спали, отдыхали, потому что шли ночами. И днем, и ночью, по глубокому снегу, по бездорожью, устали все смертельно, конечно. И тут их винить нельзя. И вдруг вот появляется командир полка верхом на лошади и начинает делать разнос. Почему не наступаете, почему не прорываете оборону противника? Ну, может, это когда под... спустились солдаты в эту долину реки, а немец на противоположном берегу оборону построил уже, капитальную оборону. Он заранее готовил опорные пункты и останавливал продвижение наших войск на какое-то время. А потом, значит, или мы его выбивали, или он сам покидал. Ну и вот увидел этот
и на мою роту, это командир полка, вызвал командира батальона, значит, обругал всячески, и, значит, этот приказал, почему минометы не на переднем крае. А тут долина между оборонами, долина реки, широкая довольно долина, там трудно проходимая, и дает, значит, распоряжение, приказ спустить туда в ряды минометов, в ряды, передние ряды наступающих солдат. Я посмел возразить ему, что из минометов горизонтально не стреляют. А вот только я кончил курсы минометчиков, слава Богу, разбирался в этом. А он, я не знаю, не понимал, что ли, или это было фарсом таким, все средства хороши, значит, и вот пускай и они участвуют. Но это была чушь совершенно очевидная с военной точки зрения. И кончилось это печально. Он тут мельтешил со своей свитой по этому пятачку, где наблюдает командный пункт батальона. И, да еще верхом, естественно, а тут не было леса, посадок. В этой лысина такая была. И спрятаться трудно, если только вот на противоположный склон уйти. Вот он, значит, приказал спустить туда минометную роту и расположить вместе в рядах с пехотой. Я ему сказал, что этот участок просматривается немцами из нескольких боевых укреплений. Это под Дорогобужем было на пути к Смоленску. И это на верную гибель вы обрекаете. И соседей не было ни справа, ни слева никаких. Они еще не пришли. Но соседние полки, которые должны участвовать в наступлении. Артиллерии не было, никакой поддержки. Как же гнать наступление на оборудованную, хорошо оборудованную оборону противника без огневой поддержки? Это тоже преступление. Конечно. Вот и так и случилось. Через некоторое время артналет немецкий противник, немцы устроили с нескольких точек боевых немецких. Они накрыли огнем долину. Накрыли огнем долину из артиллерии, минометов. Смотрите, вы нас цените, значит, пока на паузу поставим. Поставь, пожалуйста. Такая практика существовала, но не с минометами, а с артиллерией 45-миллиметровой, легкие пушечки, которые вместе с пехотой по указанию товарища Сталина, естественно, шли вместе с пехотой и стреляли, но они стреляли прямой наводкой. Это было естественно. И даже 76-миллиметровые орудия тащили волоком. Значит, солдаты, пехота, вместо того, чтобы кричать «Ура!», они вот эти прямой наводкой. Но, тем не менее, это иногда давало плоды свои.
Ну, а с минометами никак не прямой наводкой не используется. Совершенно бесполезно было. Ну, и потом, значит, налет на командный пункт, командир полка исчез, как-то ему шибко очень везло. Он не первый раз у нас ставил под удар. Потом огонь перенесли на площадь, на всю, где должны, по идее, быть солдаты. Нам их даже не видно было. Там кустарник, качкарник, неровная поверхность этой поймы реки. Потом, значит, вот всю связь перебил, связь с ротами у нас была потеряна. И, наконец, закончил бомбежку переднего края, как называют его, с дымом затянуло в этой лощине пойма реки. Ну, ветром их пронесло тут из, от разрыва снаряда и испарений всякие. Немножко продуло, и стало видно оборону немцев. И по направлению к переднему краю немцев мы увидели эти наши минометы. Уже у обороны немцев. Два последних миномета, остальные уже они завезли на свою территорию, а там залесенные места у них, в их обороне. И не просмотришь их. Ну, командир полка, значит, тут ерепель, где артиллерия? Вот он у нас спрашивает. Вроде посылает посыльных, чтобы артиллерию, пушку полковую привезли, притащили. Ну вот к концу этих движений минометов, два миномета, когда пушку вытащили, на плечах, можно сказать, вынесли 76-миллиметровый. И, значит, стрелять, пристрелку. Выстрел, ну, пристрелочный такой порядок, перелет один, недолет, а потом вилку. Вот это должен быть очередной миномет. Но пока они устраивались, пристраивались, минометы и эти скрылись. И полк потерял. Значит, всю минометную роту и личный состав к ней во главе с командиром полка. Погибли ли они или тоже в плен попали. Была перестрелка там, кто-то отстреливался на переднем крае. А у нас никаких резервов. Мы ничем не могли помочь, потому что все боеспособные солдаты были там, на переднем крае. Вот это, так сказать, действие. Потом, кстати, сказать, да, и также вот почти вся пулеметная рота тоже. Там местность, во-первых, очень плохая. Кочки, ну как вот на болоте, эти кочки там не покатишь, надо нести, а нести он много весит, станковый пулемет, это надо двоих-троих, а там потери, немцы-то стреляют тоже, потери серьезные, и вплоть до того, что весь расчет или остался там один.
Вот это толкание в спину, наступать, наступать, совершенно бессмысленное. Только вот я ради того, чтобы учинить шум, видимость, что вот тут есть войска, что вот тут кто-то пытается наступать. Угу. Может быть, это и стратегически оправданный способ, так сказать, активизировать военные действия. Но, тем не менее, к ночи дело было, этот командир полка, Лихотворик, и фамилия-то у него такая, Лихотворик, развернулся и уехал, оставив приказ прорывать оборону. А уже начало смеркаться к вечеру. А у нас заместителя строевого, по строевой части командира батальона нет. Надо, значит, идти мне. Я пошел на передний край, спустился с крутого берега, значит, дошел до переднего края. Ну где там? Вот там где-то лежит не то убитый, не то живой. Да еще вот в сумерках трудно увидеть. Ну кое-как я там собрал человек 30 поначалу. Ну, собрал их, назначил там старших командиров, которые выбыли из строя, передал приказ, что надо наступать по приказу. А вот соседи ни справа, ни слева так и не появилось. Они либо не вышли на этот рубеж, либо остановились благоразумно, не полезли, так сказать, на рожон, как говорят. Но не было, ни артиллерии не было, вот кроме этой одной пушки, которую притащили и два раза из нее выстрелили. И ту потом утащили обратно. Ну вот, и тот собирал, значит, у меня еще со мной пошел представитель НКВД, или как там его назвали, СМЕРШ, шпионом, что-то такая должность, старший лейтенант. Но он там помогал мне, я кого подтолкнул, я кого-то разбудил. Мы заняли круговую оборону, какое там наступление. Немец пошел в обход нашей обороны. Но мы развернули немножко фронт. Отстрелялись, немцы вернулись на свою оборону. Ну и вот так и лежим в круговой обороне и ждем. Наступать это бесполезно, совершенно очевидно. Положить остатки. Так от роты осталось, от полка осталось там единицы живой силы. И вот тут у нас произошел такой непродолжительный случай. Через эту нашу круговую оборону со стороны немцев идет солдат. Ну, фигура человеческой военной. Там уже в сумерках не видно толком, кто он, по чинам или по званию. Ну и его окликают еще первый, который замыкает вот оборону нашу. Окликают, кто стоит, кто идет. Ну, это обычный. Той, кто идет, он не отвечает.
продолжает идти, пересек наш этот, нашу круговую оборону и начал из нее выходить. Ну вот тогда ему этот кричал старший лейтенант: «Стой, стрелять буду». И в воздух, значит, выстрелил. Тот никакой реакции. А он его в спину, правда, наповал, убил. Ну, это как один из элементов тоже бесполезной деятельности, завязанной на командира полка. Понятно. Каково было ваше отношение и ваших служивцев к личности Сталина? Каково было ваше отношение и ваших служивцев к личности Сталина? К чему? К личности Сталина. К личности? Да. Ну, она была у нас воспитана с детства, можно сказать, относиться уважительно. Удивляться его действиями, но считать, что это там его помощники плохо себя ведут и устраивают даже ежовщина и другие органы НКВД, массовые расстрелы, массовые аресты, ну и тому подобное. Ну, как-то мы списывали мы это, считая, что Ленин не поставлен в известность, вот Сталин не поставлен в известность, он бы, значит, если бы знал, он бы не допустил. Да. Ну а что там, когда миллионами, тысячами расстреливали и убили в ссылках ни в чем не повинных людей, это же было очевидно. И многие от этого страдали. На фронте были люди разных национальностей. Что, по-вашему, объединяло представителей разных народов на фронте? Ну, защита Отечества, я так думаю. А случались ли взаимное непонимание, конфликты на национальной почве? Вот это я не могу как-то оценить. Не сталкивался я с этим. Хорошо. Вера в Бога. Верите ли вы в Бога до войны? Нет, не верю. Повлияло ли участие в войне на ваше отношение к религии? Каким образом? Ну, в общем-то, как-то Господа Бога начали вспоминать. Хоть, так сказать, материалистически я, например, не верю, но обращаюсь иногда к его помощи. На фронте часто складывалось тяжелое положение. Как удавалось не падать духом, поддерживать воинскую дисциплину? Ну как, дисциплина есть дисциплина. Кто нарушает, того наказывают, в штрафную роту отправляли. Ну, у нас как-то это массового характера не было. Одиночный случай. Ну, вот тут солдат стоял, облокотясь, держась за винтовку. Вот так за штык держался руками. А потом стукнул в землю, и пуля ему вот пальцы эти все побила. Ну, как это, случайность или не случайность?
Ну вот в особый отдел мы обращались, чтобы он разбирался. Если не случайно, значит, да, соответствующее решение принимается. Ну а в общем, более-менее такого массового характера это не приобретало. Понятно. Какую роль в развитии событий сыграл приказ наркома обороны «Ни шагу назад»? Ну, как выход из положения, естественно, варварское. В этом приказе говорится о создании заградотрядов. Вам лично приходилось с ними сталкиваться? В этом приказе говорится о создании заградотрядов. Вам лично приходилось с ними сталкиваться? Нет. Но это ставить стрелков и расстреливать. Нет. Что запомнилось из встреч с населением во время отступления, во время пребывания в прифронтовых населенных пунктах? Где и когда это было? Ну, это в начале войны, еще до первого ранения моего, когда мы на Ржевском направлении воевали. Ну, наше подразделение ополченцев. А при встрече с населением, как постучало население? Ну, выходило население, встречало нас. Ну, мы в основном по сожженным деревушкам проходили после боев. Ну, поздравляли, так благосклонно относились, даже там пытались угощать картошкой. Что-то не гнилой. Ну, сами, видимо, нуждались. Ну, доброжелательно. А что вам запомнилось больше всего при этих встречах? Ну, этот вид, эти территории, эти сожженные деревни с торчащими печными трубами. Эти жители, изможденные и голодом, и холодом, и такой жизнью, конечно, вызывали жалость. Но война есть война. Каким было отношение к вам и вашим товарищам населения освобожденных стран Европы в конце войны? Доброжелательное. Правда, не очень массовые, в основном, там небольшие деревушки были сожженные. Жили они в подвалах, в погребах, очевидно, или делали специальные землянки. Ну, как, в душу не залезешь. Ваше отношение к немецким солдатам, какими вы их видели, воспринимали? Ваше отношение к немецким солдатам, когда вы воевали, вы с ними же сталкивались? Ваше отношение, ну, как вы их видели, как воспринимали? Брали мы их в плен, вот он как-то на обороне стояли, он послал свою разведку, немец, и между двумя полками, нашим и соседним полком этой же дивизии, большой очень разрыв был, нечем было заполнять. И они, видимо, наблюдая за нашей обороной, за перемещением живой силы, немец сделал прорыв на стыке этих двух полков. И углубился немножко там во врагом нашу оборону, в принципе. А там не было
на этом пути никакой обороны. Ну, как-то мы там мобилизовались, приняли меры, пересекли отступление, путь отступления немцев, они заторопились. А ваши чувства, ваши отношения к немецким солдатам, как вы их воспринимали? Какими видели? Как солдатов, так как солдатам и отношения. Если он угрожает мне, я его, в него стреляю. Ну и вот взяли в плен одного раненого солдата. Его там сперва наши командиры батальона допрашивали. Он дисциплинированный такой, а каждый вопрос встает. Значит, ему говорят, а он раненый. Да сидите вы, вроде, то, что не вставайте. Он встает, ну, так вот, подробно отвечает на вопросы, нормально себя, там говорят, ведет. Не злобствует, не требует ничего. Я, да, да, нет. Ну, в общем, нормально себя. Хорошо. В составе вражеской армии были не только немцы, но и румыны, итальянцы, венгры, финны. Не сталкивался я с ними. Не сталкивался, хорошо. А, власовцы... Вот Пикуля читал, тут сталкивался. А приходилось ли вам во время войны слышать о власовцах и других предателях? Какое было отношение ваше, ваших товарищей? Ну, конечно, осуждали мы это. Ну, вы слышали о них, да? Я уж сейчас не помню. Не очень распространялись эти слухи. А как вы относитесь к современным попыткам оправдать дела власовцев? Я не вижу оправдания. А сталкивались ли вы со случаями дезертирства? Сталкивались ли вы со случаями дезертирства? А, дезертирство? Ну, вот такого какого-то частного порядка. Дважды, вот мы, когда на Смоленск, я рассказывал вам, наступали, нам передовой отряд, разведка, приводит навстречу офицера нашего полка или батальон, уж я сейчас не знаю. Ну, он как вид у него. А, ну, спрашивают его, где вы его подобрали. А он говорит, вот там в кустах спал. А ваши личные отношения к дезертиру? Ну, вот он дезертирован или нет. Ну, его отправили в тыл тут же. Понятно. Что? А ваши личные отношения к дезертиру? Как вы относитесь, воспринимаете? Ну, отрицательно я отношусь. Почему он? Приходилось ли сталкиваться вам со штрафниками? Штрафниками? Ну, да, в одном из боев они шли первыми на деревню, наступали. А мы вторым эшелоном за ними. Но они выбили немцев, и мы заняли почти, так сказать, пустую деревню, сохранившуюся. Ну вот видел я их в действии. Действовали очень решительно, очень энергично, и как-то не прятались за кустами. А были ли среди ваших знакомых люди, прошедшие через травбат? Нет. Как вы относитесь к возможности человека искупить свою вину, которую представлял штрафбат? Как вы относитесь к возможности человека искупить свою вину, которую представлял штрафбат? В принципе, я думаю, может искупить честным поведением и смерти. Расскажите. Я думаю, что да. Угу.
Расскажите о бытовых трудностях на фронте. Как вы их преодолевали? Молча. Вспоминали иногда Бошеньку. Не в добром смысле. Ну, а как, что, как говоришь, как сказать? В какое время года было труднее воевать? Почему? Зимой, конечно. Спать в снегу приходилось даже. Вот наступали мы. Если наступление идет, значит, тут снег, не снег, дождь, не дождь. Ты должен идти, а нет приказа остановиться. Зимой, конечно. Или вот ранней весной, когда слякоть, грязь на дороге, дождь мокрый, грязный. А, хорошо, как вы оцените нашу боевую технику? Нашу боевую технику? Да. Как оцениваем? Да. Ну, как нормально, хорошо оцениваем. Нормально. Правда, это уже крупным планом. Танки наши были уязвимы. Броня была слегка тонкая. Вот одни танки. Т-76, что ли, какие-то, сейчас не помню. Ну, их крошил напрочь. Или гусеницами, или прямым попаданием немец. Потери были очень большие. Но тут же начали, в начале войны, начали выпускать танки Т-34. Даже немцы поражались их мощи. И долго не могли понять, как же они, из чего они сделаны. И как, и боялись они 34-ок. Это было. А потом их стали массовым порядком 2000 в месяц выпускать. И, в общем-то, вот когда под Сталинградом шли бои, тут уже определенную положительную роль они сыграли. А ваше личное оружие, чем оно было для вас на фронте? Личное? Ну, у меня были, как у офицера, пистолеты. Пытался я автомат немецкий, отобранный у пленного, и даже на гвоздь у себя повесил в землянке, блин, даже он меня отобрал, комиссар, почему-то. А так, под пистолет, все-таки потом у меня Вальтер пистолет был сильный, большой, тяжелый пистолет. Мне он уж очень по руке пришелся. А как с ним было происшествие. Перед Смоленском мост разрушил немец, взорвал. Или наши взорвали при отходе. Смоленск, по-моему, несколько раз там занимал немец, и мы освобождали. И пришлось лезть по этим элементам, из которых мост этот строился. Ну а там то надо по ферме вверх подниматься, то вниз спускаться. Значит, сложно очень движение. А у меня пулемет, пистолет этот всегда за пазухой был. Ну, удобнее всего его отсюда потом выхватить, нежели вот где-то сзади. Немцы иногда вот тут носили, впереди у нас не положено было полусного. А я вообще тут мою. И когда мы уже вошли в город, на отдых нас там в каком-то большом
помещение устроили. Здесь у нас батальон там помещался. Или полк. Я, значит, все думал, где я мог. Ну и потом пришел к выводу, что только вот здесь, на этих обломках моста через речку. И что вы думаете? Послал я своего адъютанта, как их мы называли, или посыльного, и объяснил, в чем дело. Парень был толковый, ответственный. И часа через два или три он нашел нас, потому что нигде не написано, где, как он подразделил, нашел нас и приносит мне мой этот пистолет Вальтер. Ну, я был в восторге, парень. Значит, надо, что он же упал, что он куда-то отлетел. Следов же я никаких не оставил. Я только рассказал, где я там примерно шел. Вот тут, этот пистолет последний был. А когда меня тяжело ранило, пришел командир, начальник штаба полка или помощник, не проведать, как у меня здоровье после многоосколочного ранения. А, значит, тогда, говорит, Вальтер, тебе он не нужен больше, отдайте мне его. Да, так. Ну, я так он у меня за пазухой и обретался. Ну, как мне не жалко было, но все равно, куда я в госпиталь с пистолетом. Ну, а в начале, когда до первого ранения, у меня было противотанковое ружье, вот, которое весило 26 килограмм, носили мы вдвоем, расчет был. А однажды, вот, после неудавшегося наступления, к концу дня нам дали отбой возвращаться на исходную позицию. А командир роты нашей считал, значит, выходили эти солдаты, расчеты с ружьями, противотанками. Он считал. И не досчитался одного ружья. Где? Вот начал. А почти все уже вышли. Ну, практически все вышли. В тыл. А я был при нем в этом бою связным. Он, значит, ко мне. А, меня за язык потянул кто-то. Я говорю, да, вот я видел один расчет, ружье и два стрелка. Попало, прямое попадание мины. Шлепнулась мина, ну, неподалеку, я голову задрал, там дымок идет из этого гнезда, где сидели. Ну, наверняка попало. Так, да. Посмотрелось. Попала эта мина. Прямое попадание в этот расчет и ружье. И я ему говорю, так там вот один расчет он, попала мина. Он, ружье, видимо, непригодно дальше к употреблению. Ну, ничего, гавнул на меня, значит, и я пополз. Все отступают, а я пополз к немцам, можно сказать. Они на переднем крае, этот расчет был. И действительно, там стрелков ничего практически не осталось,
ружье лежит, вот, как кочерга с изогнутым дном. Теперь его надо нести обратно. Нести его нельзя подняться. В деревне на цирке установлен пулемет. И немец, значит, оттуда наблюдает за ползущими, за двигающимися. Я говорю, очередь пулеметная. Он вот меня там держал до сумерок буквально. Я не мог добраться, немножко не мог добраться до этого. Только подниму голову, вот ту-ту-ту-ту-ту. Он, значит, из очереди этой. Ну и тут вот, в конце концов, ползком приходилось ползти, волочить это ружье. В конце концов, выбился я из этого гнезда. И потемнело, не стало видно, видимо, меня. А так подниму голову, строчит. Ну, в общем, это, принес я ему это ружье. Принес, и, значит, он посмотрел, да, оно, конечно, непригодно. Я ему вот подарил его кому-нибудь на память. Хорошо, спасибо вам за рассказ. Отдых на фронте. Как вы отдыхали на войне в часы затишья? Приходилось ли вам слышать выступления артистов, концерты фронтовых бригад? Концертов у нас не было. Отдых, в общем-то, так, более-менее приличный был один раз, по-моему, за два года всего отвели нас на пополнение, когда практически не осталось не то, что там штатного расписания не оказалось, а минимума не было солдат. Ну, пополнились. А я вот в этот момент, у меня, я говорил, фуронка, я лежал в санроте в это время. Ну, тоже отдых, ну, в общем, не свободный отдых. Понятно. Была ли любовь на войне? Расскажите, если сталкивались с такими случаями. Да, конечно, была. Молодых было много. И у меня было. Ну, может, что-нибудь расскажете? А? Что-нибудь расскажете? Да нет, наверное, нет. Тут целая история. Хорошо. С нею. Это на досуге. А знаменитые наркомские 100 грамм. А вот почему за ней... Она санитарка в взводе у меня была. В санитарном взводе. А на нее, как говорят, положил глаз командир полка. И он домогался ее. Встречи с ней. А с другой стороны он пытался убрать ее от меня. Она была в моем батальоне. Он дал приказ перевести ее во второй батальон. Ну, не так далеко, но тем не менее. Потом она все-таки приходила ко мне на КП, батальон это рядом стоят. Он узнал, видимо. Перевел ее в санроту полка. А, не работает. Санроту. Потом перевел в другой полк. И вот он ее мытарил. В конце концов, зазвал к себе. Но вот он передает. Нина, вдвоем, правда, с девчонкой, спускались в землянку к нему.
Ну, а потом уже накручивалось, вот, знаете, что. Такая была несчастливая любовь. Понятно. А, но, тем не менее, светлое. Светлое, так сказать, пятно в жизни нашей встречи. Редкие. А, знаменитые наркомовские 100 грамм. Какую роль они играли для вас и ваших товарищей на войне? Ну, во-первых, 100 грамм никогда не хватало, потому что пробовали, пока везли водку. И если отбирали кружку, то туда вливали воды, так что эти наркомовские символически были неполноценные и по качеству, и по количеству. Но, тем не менее, не все выпивали. Некоторые меняли там на махорку или меняли на сухари. Ну, тебе 100 грамм, и ты ему свое продовольствие. Ну, иногда изрядно выпивали. Накапливали там солдаты. Потом, значит, либо продавали, либо меняли на чего-нибудь. Но особо не систематично, не регулярно. Это в грамоте. Ну, иногда вообще символически. Ну, я, в общем-то, не очень был склонен. Один раз меня командир роты угощал. Тоже целая история с этим командиром роты. Он должником моим был. Ну и пригласил как-то, вот тут водка есть, приходите, выпьем. Ну вот я пришел и немножко лишнего выпил. А у них миномет ротный, вот такого размера, как треного это. И они вырыли окопчик, его установили, там сделали крышу. И разрез оставили для вылета мины. Я посмотрел, мне показалось, что ствол неправильно стоит. Он может зацепить за крышу. Ну и решил проверить. А тут же ящик с минами. Я взял эту мину. И туда она бульк, и в эту конец уже крыша вот так миномет стоит. И всего-то там сантиметр или два сантиметра. Боком она чиркнула, не взорвалась, чиркнула, а кувыркнулась. И там она уже поодаль от этого миномета взорвалась. Потому что мне эта водка могла стоить смерти. И я на всю оставшуюся жизнь запомнил. Понятно. Ну, это к геройским делам не относится, естественно. Известие из дома. Когда и откуда вы писали домой, что сообщали родным о себе? Ну, писал, где придется, где была возможность написать. А то и бумаги нет, и карандаша нет. Ну, не очень часто, но писал. Тем более у меня рука была ранена осколком, и я плохо держал. Я даже писать не мог одно время. Левой рукой писал, начинал. Иногда привыкший, иногда и лекции читал еще, когда уже левую руку уже списывался. Ну вот, когда придется где-то удобно там расположиться, писал я сестре.
Могли ли вы писать обо всем, что с вами происходит в письмах? Или была цензура? Получал от сестры, получил посылку. Причем это целая тоже история. Мы двигались пешим ходом на север, если по карте, на Невельское направление второго Прибалтийского фронта. Довольно длинное путешествие было. И вдруг... на Винницу мы сперва пошли, после Смоленска. И где-то на полпути нас остановили на 90 градусов, если по карте так смотреть. Развернули и вверх, на север пошли. Мы отдых, маршем шли, остановились. Слышу, там шумят где-то Сулакшин. В конце концов дошел до меня, я кричу, что я Сулакшин. Вам посылка. И, приносит ящичек такой приличный. Как всегда, побулькал, не булькает ничего. Ну ладно. А тут же начали солдаты собираться вокруг любителей посылок. Ну, открыли ее, там оказалась бутылка спирта, под самую пробку налитая, так что она не булькала, когда ее тормошили в опилках, кусок колбасы, вязаные носки. Тут чуть не месяц эта посылка шла. Сестра вот прислала. Ну, было очень приятно, радостно. Но это один случай. Я посылок никаких не посылал, не мародерствовал. Могли ли вы писать обо всем, что с вами происходит? Была ли цензура в письмах? Могли ли вы писать обо всем, что с вами происходит? Не понимаю. Могли ли вы в письмах писать обо всем, что с вами происходит? Вас кто-то говорил, что вот какие-то данные указывать не нужно, об этом не пишите. Какая-то цензура была? То есть какие-то распоряжения командир вам не давал по поводу того, что вот об этом не пишите. Мне указания какие-то? Да. Какая-то цензура была по поводу того, что можно писать, что нет? Да, делал, конечно. Идти на передовую линию, идти в атаку. То есть об этом вы не указывали в письмах, да? Об этом не рассказывали. Где? В письмах не указывали, что шли в атаку, в какое-то сражение. Ну да. Вы были ранены? Когда и где? Я был дважды ранен. Первый раз на Ржевском направлении. Вот когда в роте ополчение. В ополчении, когда на фронт попал. И что еще? А были ли вы ранены, где и когда? Вот тут я был ранен. Ну, это в конце. Или в самом начале декабря. В начале декабря ранен был, вот наступали на Ржев, тогда, Западный фронт, по-моему. И второе ранение более тяжелое, это после движения на Винницу, а потом на сторону Невеля, там пришлось... Ну, получилось так, что командиры подняли атаку, вышли на рубеж атаки, подняли солдат и встретили упорное сопротивление, мелколесье рассыпались,
мои солдатики, и не проникли в оборону немцев. Но я позвонил по телефону командиру батальона, что прорыв не состоялся, солдаты не прорвались. Ну вот, собирай и двигай вперед. Приказа отступать не было. Ну вот я там начал собирать солдатиков. Насобирал какую-то кучку, там, назначил командиров, расположил фронтом к противнику. И уже собирался уходить дальше на поиски. Начал подниматься. Лежали мы все на снегу. Я оперся руками в землю, поднялся и уже начал разгребать ноги слева, сзади. Падает мина, а мины бесшумно летят. И выстрела не услышишь, она долго летит. И разрывается, мина это разрывается так, что потом осколки все настильно разлетаются. Надо либо выше этого настила, либо ниже. Вот когда мы лежали, меня бы, может быть, и не затронуло. А я приподнялся как раз вот на уровень этого рассыпавшихся зарядов. И получилось так, что у меня вот эта нога была осколками от пятки, то, извиняюсь, до этого места разворочено все было осколками. Ну, я же говорю, 12 осколков вытащил. Обе руки были прострелены, и это, и это. И у меня первое впечатление, первое желание, когда я пришел в себя, и контузия, естественно, была. Я потерял сознание. Потом, значит, пришел в себя, очнулся. И первые, да, вдохнул воздух, и первая мысль, которая меня осенила, это боль в левом боку, в животе практически. Я так подумал, что это осколок проделал дыру, и что смерть будет мучительное, как я начитался в свое время военных книг, раненый в живот, значит, умирает мучительной смертью. Вот почему-то у меня всплыло это в мозгах, и я решил лучше пристрелиться. Сунул руку за пистолетом, а она не работает. Вот так. Скручилась. И эта рука, и эта. И я ткнулся опять носом в снег. Вот и так остался жив. А кто оказывал медицинскую помощь? Помните ли вы этих людей? Ну, там солдаты, которых я собирал, они на плащ-палатку расстелили и до командного пункта доволокли меня, а там санроту оттуда. В санроте маленько почистили, потому что осколки тащили с собой и вату, ватные штаны были у меня, ватник тоже теплый. Замусорены были напрочь эти раны. А помните, вы были в плену в оккупации? Нет. А когда вы, как вы и ваши товарищи относились к тем, кто солдатам, которые побывали в плену?
как вы и ваши товарищи относились к тем солдатам, которые побывали в плену? Я как относил? Да нет было у нас таких. То есть вы с таким не сталкивались? Нет. А что вы знали о союзниках СССР? Насколько ощущалась на фронте их помощь? Ну, у нас она ощущалась очень редко и небольшая. Это в основном консервы. Ну, что там баночка консервов? И тут немного. У нас много уходило в тылах. Вот это... Там помощь на фронте ощущалась. Определенно. Там питались, может быть, даже нормально этими консервами, а у нас это было редко и не очень сытно. А сталкивались ли вы с полученными танками, самолетами, автомобильными продовольствиями, где и когда? От союзников? Нет, я... Ну, машины я встречал, автомобили грузовые. А так как-то в действии не видел и не сталкивался. А какую помощь вы ждали от союзников? Какую помощь? Да. Считаете ли вы, что помощь союзников была своевременной и достаточной? Да, считаю. Или потому что до нас доходило, до переднего края. Как говорят, шибко мизерная эта помощь, скорее всего. А какой помощи вы ждали от союзников, от других государств? Ну, прежде всего, мы ждали открытия фронта, который все время оттягивалось этой тройкой Черчилль. Сталин. Но Сталин-то не требовал открытия. А Черчилль и Рузвельт не торопились. Ну, мы, конечно, тогда бы было большое облегчение. Хотя... Угу. А где и как вы встретили День Победы 9 мая? Что делали, что чувствовали? Чувствовал великую радость. А где встретились 9 мая? Что делали 9 мая? В институте, в классе. Занятия были. И кто-то нам открыл дверь и, значит, шумнул, крикнул, что вот заключили, конец войне, заключен мир. Мы все вылетели, у нас институт на Манежной площади расположен был рядом с американским посольством. Ну, старый корпус МГУ Московского университета. Мы высыпали на улицу, поздравляли друг друга, обнимались, целовались, побежали к американскому посольству, у них рядом смежный дом был раньше, сейчас-то он на окружной улице. Их поздравляли, они окна открыли, ноги спустили, забиты окна были. Они на улицу не вышли, а вот на окне. Потом пошли на Красную площадь, побежали. Тут вышел навстречу доцент наш минералогии с бутылочкой спирта и где-то под мостом через Москва-реку на спуске распили эту бутылочку, ну там и свои были,
по глоточку, и английское посольство было.